Всем привет! В этом невероятно коротком видео о том, как отключить звук клавиатуры на айфоне. Итак, заходим в настройки. После этого заходим в пункт «Звуки». Листаем вниз. Отключаем щелчки клавиатуры. Если вдруг на вашем телефоне вы используете какую-то стороннюю клавиатуру, то есть нестандартную Apple, то зайдите в настройки конкретно той клавиатуры. Там, соответственно, тоже могут быть такие пункты для отключения звука. И, собственно, все. На этом закончили. Спасибо за внимание. Удачи.